Ай, молодец, хорошо, браво. Ай, браво, молодец. Иди гуляй. Ну, вот примерно таким образом мы подкрепляем сейчас. Я подкрепляю у Рика то, что на ультразвуковой свисток нужно возвращаться. Причем, если это длинный свисток, то такой вот. Гуляй. Если это длинный свисток, значит, эта собака должна подойти именно рядом, значит, зайти именно с нужной стороны. А если это короткие свистки, то должна собака просто подбежать и отметиться. То есть для чего я это делаю? Для того, чтобы Рик понимал, именно для каких целей я его зову. То есть если короткие свистки, значит, просто нужно появиться в поле зрения и отметиться. Если это длинный свисток, то уже это конкретно команда ко мне звучит. Сейчас вот он еще раз убежит подальше. Я серию коротких свистков постараюсь сделать. Причем собака, видите, она достаточно непривязана, бегает, обследует территорию, как бы в свободном поиске находится. Так, давай. Ай, хорошо, молодец. Ай, браво, умница. Гуляй, гуляй, все. Молодец. Ну, вот так вот сейчас с Риком находимся, как бы обследуем квадрат. Уже обследовали этот квадрат. Ну и одновременно каждый выход у нас является как работой, так и тренировкой одновременно. То есть мы совмещаем с ним. Ай, хорошо, молодец, ай, браво. Ай, браво, умница. Ай, браво, моя красавица. Гуляй. Что-то причуял. Ай, хорошо, молодец, ай, браво. Ай, браво, мальчик, молодец. То есть, видите, это вольная команда «подойди, отметься». Сейчас сделаем команду ко мне конкретную. Хорошо, молодец. Хорошо, гуляй. Красота. Хорошо, молодец, хорошо, гуляй. Ну, здесь тоже нужно сильно много чистить, не надо раз, чтобы собака уже и не перестала, то есть не зажирилось у нее вот это вот отношение. То есть нужно тоже за полуторачасовое гуляние, скажем так, нужно раз 10 подзывать собаку. Так, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Любите свои животные, заслужите доверие, заслужите уважение, у вас все получится.